Ярославская компания по производству профессиональных электролабораторий и электрооборудования «Ангстрем» в этом году не только не потеряла прибыль, но и работает над расширением рабочих площадей. Выбиралось лучшее предприятие, а это и скорость развития, то есть увеличение оборотных, это и набор персонала. В этом году запустили строительство нового завода. Это будет современный европейский завод, отвечающий всем требованиям как инновационного производственного объединения.